первом корпусе Луховского лицея открылся детский технопарк «Кванториум», который расширит горизонты для юных талантов. Центр притяжения для любителей науки и современных технологий. Проект работает в рамках федеральной программы «Современная школа». Он нацелен на развитие у учеников интереса к естественно-научной, математической, информационной грамотности, а также на формирование критического и креативного мышления. Сегодня мастер-класс с ребятами проводят студенты Саранского государственного промышленно-экономического колледжа. С данным колледжем мы сейчас на этапе подписания соглашения о сетевом взаимодействии. И ребята с большим удовольствием приходят. Для нас это очень-очень важно. Студенты уже знакомы с действующим оборудованием, могут поделиться своим опытом и, соответственно, подготовить и сориентировать будущих специалистов. В рамках соглашения со школы, то есть мы ориентируем на первую рабочую профессию, то есть в рамках данной лаборатории, то есть по окончании 9 класса, после того, как школьники получат аттестат, учебное заведение выдаст данным школьникам свидетельство о присвоении первой рабочей профессии оператора аддитивных установок. В «Кванториуме» работают специально оборудованные лаборатории и мастерские. Там ребята смогут изучать робототехнику, программирование, 3D-моделирование, биологию, химию и многое другое. Площадка не только для занятий, но и для реализации творческих идей, участие в конкурсах и олимпиадах, общение с единомышленниками. Не всегда ребята с поселка могут доехать до центра. А вот такой «Кванториум», оборудование которого поступило на 20 миллионов, дают дополнительные возможности. Поэтому мне очень хочется верить, что количество ребят, занявших какие-то призовые места, их будет больше. Хотя в этом году вот могу, наверное, немножко похвастаться. Двое детей у нас были поощрены путевками в «Орленок» и заняли там призовые места в конкурсе по физике. Сейчас в Луховском лицее более 1000 учащихся. Педагоги уже видят, что школьников заинтересовали новые дополнительные предметы. Все хотят обучиться работе на необычном оборудовании. В фрезерных и лазерных станках, гравюре, 3D-принтере, микроскопах. К тому же для детей это еще и профориентация. Возможно, любимое хобби станет их будущей работой. Я люблю заниматься робототехникой, то есть меня это все увлекает. Мы участвуем с учительницей Смирновой Светланой Георгиевной. Она мой учитель физики, мы с ней участвуем в научно-практических конференциях и конкурсах. Педагоги убеждены, что с момента открытия «Кванториума» образовательная среда в Луховке кардинально изменится. Ксения Бебедова, Андрей Просвиркин. Наши новости.